Всем привет! Продолжаем путешествие по музею Рарта. Хочу вам показать выставку «Пенумбра», художник Даня Акулин. Это первая выставка российско-немецкого художника Дани Акулина, который покорил своим мастерством Европу, как написано в анонсе. Родился в Ленинграде в семье художника, прервал обучение в училище Рериха и, пройдя серьезный конкурс, оказался на курсе профессора Георга Базелица в Берлинском университете искусств. Его знаменитые наставники Георг Базелица и Даниэль Рихтер. Он возвращается к фундаментальным понятиям эстетики. Акулин не стесняется размышлять о прекрасном, а его изобразительный язык формируется в мастерской природы. Так говорится в анонсе этой выставки. Действительно, картина Акулина – это рисунок, как самостоятельное художественное высказывание. Вот что говорит Акулин. «Я много экспериментировал, занимался скульптурой, затем живописью, пока не понял для себя, что карандашом я могу сказать значительно больше, чем кистью и красками. Линия, проведенная карандашом, во много раз интереснее для меня линии, произведенной кистью, или линии, возникшие на границе двух цветовых поверхностей. Она может передать намного больше информации». Да, действительно, смотришь на эти работы, бескрайнее небо, поля, морской простор. Мир буквально из хаоса, тьмы, какое-то ощущение тревоги, разлада человека со стихией. Интересные работы. Вот я вам показываю, что я тут нафотографировал. Пожалуйста, посмотрите. Вот и все. Всем пока, всем привет. Это была выставка Дани Акулина, российско-немецкого художника под названием «Пенумбра» в Ирарте. Все. Всем пока, всем привет. До свидания, всего хорошего.